Если вы выращиваете на своем приусадебном участке огурцы, вы знаете, что одной из самых страшных болезней этой культуры является пероноспороз. В нашем видео мы хотим поговорить о том, как можно быстро справиться с этим опасным недугом с помощью простых народных средств. Распространению пероноспороза способствует повышенная влажность, тепло, а также деятельность насекомых-вредителей, которые являются переносчиками патогенных спор. Бороться с этим заболеванием необходимо сразу же, иначе оно способно заразить все растения на вашем огороде. И если вы категорически не приемлете использование химических препаратов, приготовьте следующие проверенные средства. 40 граммов пищевой соды и 1 столовую ложку жидкого мыла добавляем в 5 литров воды, хорошо перемешиваем и используем для опрыскивания зеленой массы огуречных кустов, а также почвы вокруг них. Такую процедуру проводим 4 раза за сезон с интервалом в 1 неделю. 40 капель йодной настойки размешиваем в 1 литре свежего молока. Готовым раствором обрабатываем посадки. Данное средство можно использовать на протяжении всего периода выращивания огурцов. 500 граммов луковой шелухи заливаем 5 литрами воды, ставим на огонь и доводим до кипения, после чего оставляем на 2 дня. Полученную жидкость процеживаем и опрыскиваем огурцы по листу несколько раз в месяц.